А чё, какие здесь роли есть? Ну, есть роли... Детектив, убийца и остальные обычные. Кого там кружечку. Мы договорились, что тот, у кого пистолет, он его достает и начинает, типа, давать задание. Кто задание не выполнил, того он пристреливает. Если он не угадал, то пистолет выпадает. А, нифига, он не угадал. Пистолет заберите. Так, у меня пистолет... Кого убили-то? Прова. Не, давай всем задание. А чё, типа, один выстрел только, да? Да. Ну, да. Воу, воу, хорош перестрелки-то устраивать. А я чё-то не знаю, я... Угадал. А, убийца на улице. Я так и знал, что это он. Убийца на улице, ребят. Вот черепашка. Кого Магнум быстрее? Жилет или Лима, а не убийца. Где убийца? Я хочу убежать от него. На улице, где вы появились. Какой пистолет? О. Давай, выходи, сучечка! О, и выстрел такой! Пошли помогать! Нет! Блин! Давай! Почему? Давай тебе! Все. Идите! Идите ко мне, мой шапик! Отойдите, отойдите! Иди! Я давай, чипсики давай, нашел, я давай, чипсики. Давай, ой, патрончики, патрончики. Чипсики нашел, он чипсики. Убери. Чипсики. Пистолет возьмите. Да. Да. А потому что. О, блин, извини, пожалуйста, вот единственный, кто ко мне хорошо, это был Лёва, он мне чипсики принес. Да я повернулся, ты только знаешь, чипсы в лицо суешь, такой, типа, чипсы. Это реально ад какой-то, я просто сижу, играю в Тетрис и слушаю ваши комментарии. Он мне чипсики принес, он убил. У меня просто пока карты крутятся, я просто понять не могу. Там кто-то есть, мне страшно. Зачем? Ну что я вам сделал? Берут меня, убивают. Оп, пистолет. Так, я теперь с пистолетом. А чё темно так стало? Я слеп. А, потому что ты этого чужого убил. В общем, вот так. Иди от меня. А, да просто он там дверь держал, я такой думаю, помогу обществу. Этот мужик, который... Короче, смотри, вот он точно, вот который на улицу, вот Альфа, он точно не мардер, он был этим, детективом. В смысле, был детективом? Он был детективом, пистолет у него выпал, когда он убил Прова. Так не выпал, ты умираешь, когда убиваешь. Нет, у него выпал. Я умирал. Я слеп, нет. Он ослеп на время и... Поэтому я в комнату пошел. Вот, все, он точно вне подозрений. Так, подожди, тут спойлеры про Murder of Soul? Нет. Это пришел, блин, уйди. Короче, смотри, либо я вот, смотри, у тебя есть шанс поверить мне и из них двоих уже выбирать. Я палень нигера, нигер должен первым выбирать. Да, это нигер, по-любому они с ножом ходят. Смотри, я тебе только что доказал тот, кто точно не убийца, и зачем мне с ним закрываться в комнате? Там я не смогу причинить тебе вреда, и, соответственно, тебе останется кого-то из них пристрелить и выбрать, кто из них маньяк. А я буду сидеть в комнате и не рыпаться. Да, или получится так, что ты потратишь патроны, а он выскочит и зарежет тебя. Да по-любому, вот лис это. Видишь, ладно, он... давай, пристрели. Хорошо. Окей, просто пристрели меня, давай. Первое слово. Только ты учти, что потом ты потеряешь пистолет. Не лис, я прыгаю, это не лис, подожди. Ты даешь тоже прыгаю, это не лис. Так, короче, давайте на иники-беники. Лис выпадает, кто лис у нас? Я пошел в комнату. Вон, нигер, видишь, Джульетта. Все. Джульет? А, смотрел, он его там сейчас убьет. Вон он! Блин, вот это... Ты чё, на снег-то не смотрел? Так, у нас пан или пропал? Кого ты выберешь? Выбежите, забрать. Кого ты выберешь? Вот. Кидайся в него. Беги! Убегай! Нет, всё, не получилось. Что? Что? Хотел в разбитую форточку убежать. Кто это вроде был? Вот, Лёва, сейчас детектив тебе, короче, задача, надо... это... Да уйдите, я открываю! Давай. Так, у меня задача кого-нибудь убить. Нет, тебе задача не убить кого-нибудь, давать задание, чтобы мы выполняли. Мне вот это не нравится, типа он какой-то подозрительный. Давай, блин, вот он. Нет, стой, это не он. Он вот тут в углу. К нему не подходите. Отойдите от него, это он. Вот, Чарли. Думаешь, порежу. Тихо. Все, я увольняюсь. Прирожденный снайпер. Я слишком стар для этого дерьма. Моя крушить, моя ломать. Лёва, ты где? Я Я бросил вас. Все, забудьте. Кто у нас такие взрослые? Кто это Джульетта? Я Джульетта, но я... А я Ромео, я папа. Воу, слушайте, пошли на надо.
Дайте мне, давай. Дайте нам пройти красную. Ааа, влезть! Как-нибудь. Ого! Нифига себе, Лёва думаешь. Еще жив, подождите. Если Лёва еще жив, значит маньяк среди вас в комнате. Кто вот за... иди к маньяку и проверим, вот это. А, меня убили! Лоу! Это же папа был! Стрял, смотри, он стрял в той комнате. Живой, выживший, возьми пистолет в коридоре, пистолет. Так искать. Он умирает. В каком коридоре? Стреляй! Я не могу танцевать, я вылез. Да не в колено, в тело прям стрелял. Давай, пойми его. Давай я тебе дам лягушонка. Он выберется сейчас из-за этого. Стреляй, да как так? Я ж сказал. Чипсики. О, подбирай пистолет и вали его. О, пистолет возьми и вали его. А что я взял? Бля, че он так нахуй? Пошел за мной. Я победил. Я себя чувствую, блин, себя этим самым жертвой во благо. Так, ясно. А мы разошлись быстро. Ой-ой-ой-ой-ой, ладно, все, тихо, спокойно. Так, я с Ганом. Положи черепаху, брось кружку, не брось кружку. Так, доверяю только здесь Лису, потому что Лис, как всегда, все угадает. Чарли, отойди от меня. Подожди, я еще не могу думать, тут еще слишком все обычные. Я разобью все кружки. Я еще доверяю его, Леви, потому что он мне чипит. Я с пушкой. Короче, ладно. Уйди от меня, блин. Я убежал отсюда. Можно мне футболочку купить? Нет. Можно. Держи бесплатно. Вот он, да? Бипит! Окружай его! Жри его мозги! Окружи его! Хватай, все, давай, доставай, стреляй! Доставай, стреляй! Так где он? Вот он, сзади тебя! Дай пушку! Молодец! У-у-у! Вас слишком много! Моя тактика наконец-то сработала! Лёва, у тебя опять пушка, ты чё везёт-то так до неё, а? Да я понятия не имею. Я её терпеть не могу, может, она... Если меньше... Лёва, пожалуйста, не в меня в этот раз, а! Ладно, если это вот ты будешь, то тебе реально... Я вот, короче, прям это вот... Да? Да. Вот. Сзади, Лёва, сзади! Сзади! Блин, дольше... А, да блин! Нифига я в какой позе умер! Где спал? Стреляй, пока он стоит! Я был кроликом подставным. Если меньше девушку мы любим, то больше нравимся мы ей. Да, блин, всех тащит, что за бред? Вот поэтому ко мне пистолет все время, я не люблю. Че ты? О, нифига. О, ребят, я бустандер. Как любопытно. Бестандер? Чё? Стрелял? Кто это стрелял? На улице стреляли. На улицу бежать, там пушка. Кто стрелял? Ой, тут сирена заиграла. Воу. Чё за фигня? Тут кто-то дверь... Пацаны! Чё встали? Там нож! Там нож тоже, беги, X-Ray. Кого? У него нож! Беги! Да чё ты из X-Ray бежишь со стволом? Да я не вижу где. Чарли Шин, где ты? Ой. Чарли. А где ствол-то? Откуда стрельба-то? Я вообще не видел вот вообще. Был мне как брат. Ту-ду-ду-ту-ту, Ghostbusters! И чё там мне снова по... Нет, не... Ой, а чё тут труп лежит, ребят? Уже труп лежит? Да, с прошлого раунда он... А ну все раз зашли. Или у вас нет его? Не, есть. Есть. И он умирает дважды, блин. Не знаю, я не вижу ничего. Вали их, пока стола не найдут. Я увидел, где он. Вот нефиг мы успеем, блять, просто так. Он уронил ножик, у него нет ножика. Так он подобрал. Не знаю, мне просто захотелось попробовать. Попробовал? Иди ствол охраняй, Ромео. Я знаю, где ствол, он за этой. Да, вон там. За кресло смотришь. Вон он идет к нему. Блять!
Ой, у Лёвы опять ствол, господи. А как вы кричите? Да, ребят, расходимся. На ку нажимаешь и кричишь. Лёва, давай, только не стреляй. Help, help, чат. Знаете, в чем прикол? То, что тут сначала не знаешь, кто ты кто, ну, кто-кто есть на самом деле, поэтому... Вот я не буду говорить, кто Лёва, но у него... А, Лёва, ствол можешь доставать, короче, и диктовать условия. Да? Да. Типа, ты шериф, все дела. Ну, мне что диктовать? Тебя должны слушаться. Только будь осторожен, никого к себе пишет. По-хорошему, ствол нужно в последний момент поднимать. Я вишенку ем, не надо. Ну, просто без ствола маньяк не начинает дергаться, понимаешь? Ясно. И то есть, если ты достаешь ствол и начинаешь диктовать условия, то, во-первых, ты... Так, есть шанс... ладно, мои условия, короче, чтобы все до конца этого месяца заплатили мне по 5 баксов, вот. А более реально что-нибудь? Вот. А если не можете, то это самое... Ты не подпускай к себе сзади, смотри, у тебя. Так, давайте, короче, так. У него нож! Так что, если, ну, как бы это... Маньяк никогда не станет в руках предметы таскать, потому что это мешает доставать ножи. Я не маньяк. Знаете, Маус, знаете... А он там кто в комнате сидит? Стой, секунду. Да подожди! Подожди! Стой. А чё он там один без предмета сидит? Так, он устал! Не надо менять! Да я кепку на тебя хочу одеть! Ладно, ты кто? Ты кто? Да подожди, да ты, я не... Ты кто? Я человек-кепка. Эники, бэники, ели вареники. Началось. Ели вареники и съели, короче, бэники. Смотрите, я кепку нацепил. Кто это? Индия. Кто-то выстрелил. А, он типа на эники-бэники убили. Да я свой! Понятно. Стол! И сел столом. Зарезали! Нет, беги! Линма, беги! Это вам? Молодец, Лёва, доставай! Или тут еще его перезаряжать будет 10 лет. А-а-а, где я? Индия, а кто такой? Я не знаю. Опять. Нет! Нет! Лезь! Коробки были. Понапарикадировали. Все, один на один. Короче, встречайтесь в главном зале, чтобы не бегать. Встречайтесь, окей, встречайтесь. Маньяк с обычным безоружным человеком. Встречайтесь. Че, давайте встречаемся, не? С ним постучаться. Вы знаете, на самом деле Лима больше маньяк, чем вам, вот серьезно. Да-да-да-да. Блин, на изи просто. Вон он в окне был. Кто за Лима играет? Я. Справа, слева, вон он в окне. Нет, ну зачем? Ну, так, вас так долго ждать, я тогда утром... Так я пытался вообще-то, ну, спрятаться как бы немножко. Ну ты спрятался вообще, стоишь прямо в окно смотришь. Ооо, в спину прям. Если ты действительно прятался. Вау, Христа, прям в спину. А ё-моё, опять мартер. Понимаете, Кауса? То есть, Маус, ты только что признался в том, что ты маньяк? Серьезно? Блин, у кого пистолет? Ну ты прав. Давайте Маусы. А кто Маус из Сиевы? А кто? Вот так, кстати. А кто Маус тогда? А вот и не скажешь. Вон я кружку схватил. Вот он. Я стол схватил. Вот, он последний прибежал. Я не Маус. Так, я вижу, что негр это не Маус. Негр не Маус. Негр не Маус. Да стерва. Не Маус, я говорю. Не Маус это. Не Маус. Я в руках держу. Да я не верю тебе. Да блин, это вам же! Я тебе не верю, вам! Ты чёрный, ты должен умереть первым. Я же только что мартером был. Смотри, все в руках, все держатся, а вот этот возле главного входа не держит. Вот смотри, я буду черепашкой. Я буду черепашкой. Все верят, что я не Маус. Я не Маус, я ушел в ту комнату. Я в комнату ушел, все, я не Маус, все есть. Так, теперь не приближайтесь! Я дёрганый! Вот этот по-любому, так, вот стой, этот. Это, Прови. Угу. Ты не бойся, ты был детективом, тебя я не стану стрелять, где ты там? Я спрятался. А, все. Это вот ты сидишь, да, вот это? Всё, я тебя запомнил, ты не маньяк. Значит, да? Кто-то... Отводи их в комнату сюда. Иди сюда! В комнату их сюда отводи, тех, кто точно не маньяк. А ты почему точно не маньяк? Я не маньяк! Ну потому что я не Маус, Маус же... Я же выходил, кружечку держал, я держал кружечку, да? И чё? Маньяки могут держать кружечки?
Так я же не маньяк, Маус же сказал, что маньяк. Нет, а кто из вас Маус? Вот в том-то и дело, кто из них Маус. Маус, признайтесь. Я тебя принес мусора, кусочек. Ты смотри вот за тем, вот, который сзади меня, а то он мне не нравится. Прости, чтобы что-то войско сделал. А со мной я точно не маньяк? Кто заходит? Виктор какой-то. Виктор, это я слово даю, я нормальный. И такой просто от меня забаррикадировал. Воу-воу-воу, мужчины полегче, мы вообще-то взрослые люди. Молодые мужчины. Кто-то вот рядом, вот кто-то вот вообще рядом. Нормально вообще. Да-да, стратежно просто. Тихо, стос, пацаны, сам Фишеры. Что-то ты какой-то спокойный, я тебе доверяю, по-моему. Лёва. Ты кто? Травки не надо. Убей Нигел. Убей. Подожди, кто такой Индия? Индия, ты кто? Скажи, чтобы войс что-то сказали. Индия, ну-ка скажи что-нибудь в войс в игре. Да это я. Нашел. Блядь. Подожди, он слишком спокоен. Это что за бред? Да, на самом деле, он бы тебя убил уже. Да. Тем более, я считаю, они бы потеряли. Ну ладно. О, я бегу. Среди на них. Это не провинциал, Вайт или Лёва? Кто? Да! Нет! Я клянусь, значит это Лёва! Папа, вот. Я боюсь к нему заходить, я буду делать это через стекло. Короче, мы потенциальные. Лёва, давай убийцы. Бей папу. Папа! Папа!